район Султан Ахмед вечером. Голубая мечеть. Мечеть Айя-София. Вечерняя молитва. Немецкий фонтан – подарок немецкого кайзера Вильгельма II, который посетил Стамбул в 1898 году. Фонтан сделали в Германии и в разобранном виде привезли и установили в 1900 году. Голубая мечеть или мечеть Султан Ахмед. Главная по назначению мечеть из почти 3000 действующих мечетей Стамбула является одним из символов города. Строилась в 1609-1616 годах и сочетает византийскую и исламскую архитектуры. Насчитывает 6 минаретов. Айя-София. В Византии был патриарший православный собор Святой Софии Константинопольской, впоследствии мечеть, ныне музей, всемирно известный памятник византийского зодчества, символ Золотого века.
Утро на площади Султан Ахмед. Продавец вареной и печеной кукурузы. Туристки фотографируются на фоне мечети. Остановка трамвая Султан Ахмед, линии Т1. Древние стены ипподрома. Вход в голубую мечеть. Внутренний двор мечети. Роспись куполов портика. Внутри мечети. Пол мечети выложен коврами. Внутри мечеть хорошо освещена. Свет падает из 260 окон. Центральный зал размером 53 на 51 метр, накрыт куполом диаметром 23,5 метров и высотой 43 метра. Купол и полукупола украшены надписями, сурами из Корана и изречениями пророка Мухаммеда. В
узорах мечети преобладают растительные мотивы. Традиционные тюльпаны, лилии, гвоздики и розы, а также орнаменты различных цветов на белом фоне. Мечеть Айя София. Thank you.
Не воробей. Короче, воробей летал, они его поймали, разорвали. Разотил он. Фонтан с подсветкой, вечернее время. На фонтане мозаика с танцующими дервишами. Египетский обелиск. Египетский обелиск, или обелиск Феодосия, был привезен из Луксора в 390 году по приказу императора Феодосия I и был установлен на специально изготовленном мраморном постаменте. На постаменте изображены разные сцены с участием императора Феодосия и сцена установки обелиска на ипподроме. Обелиск является самой старой постройкой Стамбула. Его возраст датируется 16 веком до нашей эры. Он изготовлен из бело-розового асуанского гранита. Вес его достигает 300 тонн. На всех сторонах обелиска имеются египетские иероглифы, изображающие героические деяния фараона Тутмоса III. В верхней части изображен фараон и бог Амон. Древние стены на площади Султан Ахмед. Обелиск Константина. Обелиск Константина – изначально 32-метровый византийский обелиск, который стоял на Константинопольском ипподроме, ныне площадь Султан Ахмед, уже в X веке,
когда его реставрировал император Константин Багрянородный. В то время он был обшит позолоченными бронзовыми плитами с изображением военных побед Василия Македонянина и увенчан шаром. В настоящее время высота колонны составляет 21 метр. При разграблении Константинополя крестоносцами в 1204 году все это убранство было разграблено. Во времена султанов обелиск пришел в плачевное состояние, ибо юные янычары взбирались на вершину сооружения для того, чтобы продемонстрировать свою ловкость и бесстрашие. Чувствуется близость моря.